трасса 101. Приветствую, в эфире трасса 101. Владимир Сметанин не нарушает. Почти. У водителя, устроившего ДТП, в обязательном порядке будет браться анализ крови, даже если он находится в бессознательном состоянии. Соответствующий законопроект одобрило правительство страны. Если в крови присутствует алкоголь, более 0,3 промилле, то шофер понесет более серьезное наказание. Инициативу Госдума обсудит грядущей осенью. Трасса 101. Также Госдума рассмотрит вопрос о введении наказания для стритрейсеров. По мнению одного из депутатов, это может быть лишение прав и крупный штраф. Кроме того, вскоре могут быть внесены поправки в Уголовный кодекс, предусматривающие ответственность за езду на автомобиле по пешеходным и велосипедным дорожкам, лестницам, в парках и других зонах, не предназначенных для транспорта. Трасса 101. Стала известна дата премьеры Renault Duster второго поколения. Это произойдет в середине сентября на автосалоне во Франкфурте. Автомобиль сделан на модернизированной платформе B0. У него, в частности, перенастроены амортизаторы и пружины. Установлен новый стабилизатор поперечной устойчивости. Ранее сообщалось, что кроссовер получит 7-местную версию, но затем эта информация была опровергнута. Трасса 101. «Лада Веста» обзавелась бензиновым двигателем объемом 1,8 литра мощностью 122 лошадиные силы. Речь идет о самой дорогой комплектации седана «Эксклюзив» с начальной стоимостью 764 тысячи рублей. Это с механической коробкой передач. Минимальный ценник машины, оснащенной автоматом, 789 тысяч. Среди опций – обогрев лобового стекла, климат-контроль, камера заднего вида и мультимедийная система с навигацией. Порядка 25% российских автомобилистов видеорегистратор помог доказать невиновность в аварии. Около 60% водителей, имеющих регистратор, заявили, что им еще не приходилось участвовать в таких разбирательствах. Это данные опроса, проведенного одной из известных компаний, выпускающей автоэлектронику. Интересно, что каждый пятый респондент приобрел автомобильную камеру главным образом для того, чтобы фиксировать разговор с инспектором. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте «Эхо Кирова» и в группе программы ВКонтакте. До свидания. Трасса 101.